Мы возвращаемся в свое русло, там, где начиналось типичное утро. Сенсей направил мысли на искусство, долив стакан клинского, привел чувство. Время хайпа притупилось, у эликсира закончился Принглс. Как типичные блогеры портились, знаменитые песни в итоге слились. Мы харизмы не потеряли, как Брюс Уиллис, неудержимый, как Чак Норрис. Не сливали треки в сторис, работали на сроки, получали копейки, были довольными 12 лет. Лишь чувство то, чего люди не смогли, долгие годы на бед.